Всем привет, с вами Ирина, и сегодня будет тема обработок королевской орхидеи, что я с ней буду делать. Значит, хочу открыть вам маленький секретик, как в сотни раз увеличить действие фитоспорина. Для чего это мне нужно? Потому что я на своей орхидее цветущей нашла пару темных пятнышек на цветах, и не более, то есть только на цветах. Это говорит о том, что где-то есть грибковое заболевание. Вот. Значит, этот способ давно проверенный, его используют в садоводстве. Вот. Его используют активно при фитофторозе, то есть для профилактики можно опрыскивать по листу. Вот. А также при темных пятнах на клубнике. Вот. Способ проверенный, способ очень хорошо работает. Вот. Поэтому я этот способ хочу применить на своей орхидее. И также таким маленьким секретом поделиться с вами. Что же я буду делать? Вы у меня на столе видите перекись, фитоспорин и водичку. Значит, на 1 литр воды я возьму 5 капель перекиси водорода, фитоспорин. И еще один такой маленький нюанс. Я водичку буду делать теплой. Не холодной водой разводить фитоспорин, а теплой водой. Для чего это нужно? Чтобы активизировать наш фитоспорин, чтобы он как можно быстрее вступил в силу. И не настаивать его несколько часов, а как можно скорее... Так, пришли мы к нашей красавице. Мы сделали временно вот такую вот подпорочку, потому что у нее очень мощные, громоздкие цветы. Да. Потом что-нибудь придумаем. Так. Значит, поливаем, проливаем. Так, и с другой стороны. Наша девочка бурманская, наша красавица, да. Следующая обработка у нас обработка актарой. И моя маленькая фишечка заключается в том, что вот вы можете наблюдать бутылочку, она такая пенная. Что я делаю? Я развожу актару. И я добавляю несколько капель зеленого шампуня. Самого обычного, самого дешевого. Вот так у меня выглядит бутылочка. Я беру огромную бутылку для всяких таких технических целей. Допустим, мыть горшки котам. Вот. И да, и он дешевый, он без всяких там добавок, без всяких силиконов, без всяких там протеинов, и буквально 1-2 капельки. Для чего это нужно? Для лучшей прилипаемости к листу. То есть наш компонент, в данном случае актара, она будет очень хорошо взаимодействовать с листом, она будет очень хорошо прилипать к листу, таким способом она будет еще лучше взаимодействовать и делать свою функцию. То есть таким способом мы тоже как бы улучшаем свойства препарата. Вот так вот. Вот такие вот у меня секретики, вот такие мои фишечки, с которыми я хочу с вами поделиться. И да, это все работает, это все проверено. Проверено на саде-огороде, проверено на моих орхидейках. Так что я смело могу вам это рекомендовать.
хочу. В общем, орхидею я пролила раствором с чесноком, настоем. Потому что я вот замечала при первом поливе, при покупке, вот таких вот паучков. Или беленькие мошки то были. И да, у меня такая радость. У меня появился цветонос. Я его не видела, потому что он был спрятан за цветком. Вот при поливе с чесноком, с чесночным настоем. Вот он выпал снаружи, прямо на самые корни. И сверху я полоснула чистой водой. То есть еще раз горшок пролила чистой водой. То есть я не оставляла такой раствор, чтобы мне издавал аромат.